А с застройщиками, которые затянули строительство на несколько лет, ведется постоянная работа. По инициативе главы курорта проведено 30 встреч предпринимателей с покупателями квартир. Цель такого диалога одна – достроить дома и предоставить людям давно купленное ими жилье. Активно сейчас ведется работа на 4 строительных площадках. Ежедневно заместитель директора департамента строительства проводит там планерки, по сути дела стал прорабом там, но уверенно можем сказать, эти 4 площадки в крайнем случае в первом квартале 2018 года люди заселят. Я уверенно могу сказать, что мы до конца этого года, вернее уже в первом квартале у нас останется где-то 6 проблемных объектов, из них 4 это вантовские. Все. Также в Сочи активно стали привлекать к этой работе риэлторов. Ведь если дело в суде, а жилье продолжают продавать, число недовольных дольщиков будет умножаться. Сегодня в городе ответственные посредники объединились в профессиональный союз и обязались отказаться от продаж домов из черного списка. Он размещен на сайте администрации города и постоянно обновляется.